российские олимпиады школьников по праву. Ученик 11 класса муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 18 города Вологды. Пенькова Екатерина Викторовна, призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Будущее за вами, наше будущее. Мы прекрасно понимаем, что сейчас наша задача сформировать кадровый резерв, который хотел работать в нашем народно-хозяйственном комплексе, в социальной инфраструктуре, в муниципальных органах государственной власти, в региональной структуре правительства Вологодской области. И, конечно, я готов, чтобы вы вошли в кадровый резерв.